Всем привет, с вами Игорь Шпинков. Продолжаем сезон, посвященный упражнениям с палкой, 16 серия. В этот раз разберем комбинацию восьмерок и перехват из одной руки в другую за спиной. Давайте посмотрим, как это выглядит, и разберем технику. Ваша задача, вы запускаете восьмерку, переходите на другую восьмерку и так перекладываете палку за спиной в другую руку. И это все циклируете. Бесконечное движение. Можно добавить перемещение, раскачку веса, повороты и так далее. Данное упражнение состоит из нескольких элементов. Во-первых, мы с вами начинаем делать обратную восьмерку. В этой фазе меняем направление восьмерки, переводим ее в прямую восьмерку. Затем за спиной осуществляем перехват, и по инерции палка будет у нас выходить на обратную восьмерку. В этой фазе амплитуды мы также делаем смену направления, переходим на прямую восьмерку и дальше все повторяем другой рукой. В принципе, сложного ничего нет, но стоит делать данное упражнение от центра, от вертикальной оси, от тела, но не руками, потому что если вы будете делать руками, вам будет очень сложно поймать палку, особенно если она тяжелая, если она имеет вес, например, если будет металлическая труба. Но тренироваться лучше на простых легких палках. Для понимания я покажу, как раскачивается тело. Я немного утрирую амплитуды от тела, и обратите внимание на переход. Я запускаю палку на обратную восьмерку, осуществляю смену направления вращения. Здесь палка выходит по инерции на обратную восьмерку. Здесь я ее подворачиваю, меняется направление. Обратная восьмерка, смена, перехват. Обратная восьмерка, смена, перехват. Затем вы просто делаете это незаметно телом, и кажется, как будто вы работаете только руками. А с вами был Игорь Шпинков. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, поделитесь его с друзьями. Если вы еще не подписались на мой канал и вам нравится эта тема, подписывайтесь. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео.